А это очень жизненно. Фотка с грязными тарелками. А мы уже все съели и решили снять. Ну тут съели и выпили, и я уже перевернула все к чертовой матери. У меня уже бокал полетел. Ну, короче, наелась. Опять... Она на себя наговаривает. Это была случайность. Я поставила мимо стола. Это была случайность, и сколько до этого было выпито? 4 бокала до этого было. Это 5-й. Смотрите в кадр. Все. Оксана уже мороженое. Давайте смотрим в кадр. Все, и зрители тоже. Сфотографировались. Мы ели шашлычки, а я с овощным салатом. Я съела 4. 4 шашлычка куриных и салат. Это на пляже? Нет, скажи, это был перекус, а сейчас, ребята, мы идем в ресторан. Да. Это так мы перекусили. Да, да. Вот Лена правильно говорит, это так мы просто перекусили. Я вам сейчас покажу, какие тут изыски у нас были. Сейчас, сейчас. Наплавалась в море. Ну, короче, все хорошо у нас. Лицо все как у снеговика. Крем для этого, для загара. Эта штука липнет, потому что я после моря зашла в душ, чтобы, ну, чтобы не соленое было. Короче, сейчас покажу атмосферу. А мы переоденемся и пойдем. Это мы все съели уже. Мороженое взяли. Короче, на берегу моря. Наверное, часика пол плавали. Да. Сейчас покажу, что тут есть на обед. Ну, мы сейчас пойдем в основной ресторан. Суп от шеф-повара. Шефин чорбасы. Так. Макароны. Какая-то хрень. Бургеры. Здесь котлеты. Здесь овощи. Я съела вот 4 таких шашлычка. Поперек горла не встала. Было очень вкусно. 4 шашлычка и салат. Я никакую пиццу не брала. Здесь что? Я тут даже не видела. Ну, типа лохмаджуна, наверное. Лепешка с фаршем. Короче, я ела вот такой вот салат. А вот такой салат нагребла себе 3 тарелки. Вот такие салаты, салаты, салаты. Помидорочки, помидорочки. И вот здесь перчики, огурцы и мороженое, и лук. Я еще с луком ела. Очень вкусно. Очень вкусно, да. Люди все такие добрые. Смотрите, тут лежит броса. Тут много вот подгребает. Смотрите, у него там сколько. Смотрите, там у него сколько мороженого, целый ларь. А сколько упаковок от мороженого спрятал, как будто бы клад. Можно брать сколько хочешь. Персики докладывает. Мыл, не знаю. Я взяла себе с карамелью, нужно скушать. Ну и, соответственно, нужно... А тут чай, кофе мы не пьем такое. Нас это не интересует. Возьму шампанское. Возьму шампанского, 3 штуки. И потом пойдем в бар. 3 шампанского. Окей. Как хорошо, да? Сейчас это не про мою честь, но сейчас нальет. Я как раз подсохла, подкрепилась. Один бокал уже улетел, ну просто разлился. И вот сейчас еще 3, по 3 шампанского. Сегодня мы кутим. Кутим. Сейчас мороженое, шампанское буду с мороженым. Мясо в зубы попало. Ну, весело, да, весело. Весело. Куч, Таня, куч. Все. Это шипюр. Так, все, конец съемки. Надо нести, иначе разолью. Я уже один вылила. Жалко. Просто добро переводить жалко. Лучше сюда волью. Поддержите компанию, Оксана Сергеевна. Ага. Елена Сергеевна. А мы тут все Сергеевны. Да, вы есть Сергеевна? Ну, кроме Вани.
туда. Мы здесь все Сергеевны, кроме Вани. Она так сложилось. Да, с юмором, да, такая, с юморком, наш человек, да? С юморком. Да. А я на Ваню смотрела, думаю, братья, ну видно, что он прям кайфовый, видно. Не, он с юмором. Вот он вообще как что... Вань, что ты мне недавно сказал? Я слушайте, как с вами по-другому выживать? Только с юмором. Да, это да. Это да. Щечки какие у меня лощеные. Ну вспомни, ты говоришь Оксана, Оксана у нее такой клиповый недавно. Он тебя Оксана называет? Не тетя? Какая я тетя? Ну тетя же ты ему. Ей 18 лет. Мне 18 лет. Давай, подожди, одной рукой дерни. Ты что? Иван, это мой лучший друг. Это естественно. Конечно, мы с ним молодые. Ну, мы по ступенькам ему... еле там корячились, а мы с Иваном молодые. Нам легко. Ну ты же ему тетка, по сути, и крестная. У нас такого слова нет в семье, тетка. И тетенька, лучшая подружка, это Оксана. Мы с ними везде, и на горках, и везде. Невесту пойдем вместе выбирать. Ну, видите, я в историях делилась там. Бабки такие, ну, лет под 80, наверное. И они, типа, самое главное, чтобы там не костелей, не то, а чтобы вот чтобы все. Да. Да. Чтобы лось и погося. Нельзя терять вкуса жизни, нельзя. Магнум. Мороженое. Знаешь, мне интересно, папа всегда, ну, в молодости, дискотеки. Я думаю, папа, говорю, ну, буду я старше, не буду на дискотеки уже ходить, буду повзрослее. А папа говорит, тебе 70 лет будет, ты все равно будешь ходить на дискотеки. Ну, где будут дискотеки, там это все зависит от человека. Да, Ина, она приезжать куда-нибудь, там дискотеки нет. Как же, здесь нет дискотеки, здесь скучно. Здесь скучно, да. В Барут, я помню, приехали. Сами а Барут что? Барут это отель? Это крутой отель Химери. Нам специально включили. Мы говорим, нам скучно. Нам включили музыку. Они только открылись после пандемии. На троих? Да, на троих. Мы танцевали там. Тогда приехали такие юморные девчонки. А Елена первый канал. Да. Я это еще в первую нашу встречу поняла, что вы юморные. Во вторую встречу ты убедишься, а в третью без нас уже не сможешь. Скажешь, приезжайте назад. Я все прощу, да. Что вам прощать-то? Зашибись. Это мы еще не чудили. Ой, девочки. Сейчас будем чудить. Куда? Туда? В основной корпус, да? Ирюденька, надо назвать видео. Девчонки с Леной. Я говорю, сейчас я скажу, какой курс есть, и с карты «Газпром» взять. Ага, и такая, подходим к автоматам. Я говорю, Лен, представляешь, мама спит, и я карту забыла взять. Ну, не стала заходить, без карты она. Ну. А Лена такая, еще лучше. Слушай, говорит, а давай сейчас, говорит, ты там из пола заплатишь карту, посмотрим, какой курс. То есть мы идем без карты. Понимаешь, надо это учить. Давай, говорит, сейчас карты ты оплатишь, которой нет. Мы смеялись. Мы всегда смеемся везде. Ну и правильно. Нет, я хочу сказать, что ты не можешь снять просто с карты. Это бура и ума. Девчонки тоже бургер набрали. Да, все. Когда стара... Все детки едят бургеры, все. Ванечка тоже сегодня съел один. Мы говорим, Ваня, хочешь еще? Нет, я наелся. Ну все, как бы один съел, а да, бывает же такого, прям хочется такого. Нет, я наелся. Если бы я хотела, вот я съела 4 шашлыка, а Ванька съела всего лишь один бургер. Вот так вот смотришь, цвета такие красивые, да? Отсюда смотришь, вообще ничего не видно. Ну потому что там свет. Там свет. Вот свет. Да. Ну, да. Ну у нас... Такое хом-видео. Мы не претендуем. На что? Думаете, куда мы идем? Это трасса вся, представляешь, она у нас вся подобная. Да, представляю, я же смотрю вас. Да, она вся подобная. Все это... А мы уже, знаешь, мы уже не слышим друг да. друга. Потому что она вот эта вот машина. Конечно. Просто-напросто не слышишь. Мы идем на обед. В ресторан.
Да, мы идем в ресторан. А это растут бананы. А это я взяла шортики, чтобы надеть, чтобы зайти в ресторан. Ой, как красиво. Море — это всегда роскошно. Это сейчас нам предстоят лестницы. Ёпсель-мопсель, их прям много. Да, вот понимаешь, да, теперь мама наша? Конечно. Вот, а теперь показывай, почему не поехала с нами мама. О, так. Ой. Иду. Я уже много что дошла. И иду прям такая вот вообще спортивная. Очки слетели. О, поймала. Запыхалась. Ура, победа. Мы поднялись. Благодарим за то, уважаемые гости, что помыли ноги перед тем, как подниметесь в отель. Фу, прям. Приедет, надеюсь, автобус с нами. Я надеюсь. Ёпсель-мопсель. Ой, как я устала, сука. Как я устала. Я не пойду пешком. У меня нет вообще никаких сил. Я обездвижила. Ну это невозможно просто. Зачем сюда ехать с маленькими детьми? Это такие испытания, блядь. Ну это невозможно. Это что-то отель, что-то не то. Ну ладно, там автобус приедет, ладно. Но вот эти вот лестницы... Ой, вы герой. Держите ляльку. Крепче, вы герой. Хотя, что герой? Он своего ребенка несет. Ничего не герой, так и должно быть. Да? Еще 10 минут дайте. А где Александр? 10 минут? И куда вы пошли, Елена Сергеевна? Я снять лестницу для Инстаграма. На кой хрен тебе эта лестница? Для Инстаграма. Да ничего я не хочу. А ну может я хочу, я не знаю. Сама хочу прощения. Да? Да, конечно. Да. Да, да, да. Конечно. Там с коляской встанут. Не такая уж и большая там площадка. Ехать одну, две минутки вверх. Это на автобусе. Пешком тащиться долго. Там мы еще в аквапарк сейчас пойдем. Все удовольствия. Ну как сказать удовольствие? Поесть, выпить для меня удовольствие в аквапарк. Ну, ползем в гору. Пришли на обед. В последние минуты, 30 минут. Посмотрим. Это я не буду. Это что? Диета лук-порей на оливковом масле, отварной кускус. Ни в коем случае. Цветная капуста. Можно, но не в этот раз. Это кто? Это артишоки, а отварной картофель. Думала, артишоки. Если артишоки, я бы взяла. Похоже, отварной картофель мне не надо. А вареное мясо. Это можно взять. Надо приметить, что оно здесь есть. Это можно взять. Там что у нас? Посмотрим ассортимент сладкого и вообще. О, десерты. Хотелось бы верить, что они вкусные, не такие, как у нас продают в кофейнях. Хотелось бы верить. Выглядит вкусно. Я уверена, что это, ну, не особо. Вроде бы вот так вот смотришь. Такие бисквитики. Вот этот возьму. Вот этот выглядит очень порядочно. Этот возьму обязательно с бананом. Может быть, с апельсином нет. Пирожные. Ваня, ты что выбрал? Давай выбирай.
Это мохнатый, типа Рафаэлло, что ли? А ну дай попробуем. Нормально, никакой это не Рафаэлло. О, турецкие сладости. Турецкие сладости. Турецкие сладости. Возьми потом одну штучку этого и одну штучку этого. Фрукты. Всего в изобилии, и все это у меня есть дома, потому что каждый вторник и пятницу у меня рынок. Я с этого стола не беру ничего. Овощи. Порезанные салаты, зелень. Я с этого стола не беру ничего. Ну, шпинат, там, накид. Морковь, лук порубили, и ладно. Я бы взяла рыбу, если есть. Сейчас посмотрим. И я бы взяла мясо. Пока я ничего не выбрала, чтобы поесть. Так, это что? Мизгит с шафранным соусом. Мизгит. Я вижу, что это какое-то мясное блюдо. Пахнет рыбой. Выглядит как мясо. Вот это прелести, прелести пятизвездочных отелей. Ты не поймешь, что это и когда приготовлено. Курочки. Картошку нет, я не беру. Овощи нет. Соте грибное нет. Это что? Это салаты. Йогурт равиоли. Выглядит такое ощущение, что уже переживали. Оливковый салат. Наверное, вкусно, но не в этой жизни. В следующий, когда я стану кошкой. Рис. Люди кушают с аппетитом, слава богу. Фасоль. Это прям, знаете, турецкое блюдо. Они прям едят его. Это что? А, кебаб орман. Я думаю, что это говядина в каком-то клейстере. Ну, можно поесть. Но клейстер не брать, можно поесть. Курочки запеченные. Это что? Рыба. Рыба. Приятного аппетита. Пахнет, кстати, неплохо. Надеюсь. Что там? Все, наверное. Оксана, ты выбрала себе что? Палтус. Палтус? Да, и буду сладенькое. Все, отлично. И сладкое тоже буду. Так, здесь суп. Я сюда не подхожу. Лучше, чем я, суп не готовит никто. Это очевидная реальность. Здесь что? Фасоль. Прям турецкое блюдо. Не знаю. Это что, рыба? А, палтус на гриле. Возьму. Это что? Котлеты-гриль. Возьму. Несколько штук. Все остальное не возьму. Это что, пасту делают? Сейчас я быстренько пробегусь и возьму себе все. Снимать будет некогда. Это, конечно же, очень зрелищно. Посмотрите, как все слив, как он перемешивает. Вкусно, да? В сливках. Посмотрите. Колай гельсин. Гель-гель. Гель-гель. О, вот, наложено уже. Очень? Отъедался. Все, я беру чуть-чуть рыбы, чуть-чуть мяса, чуть-чуть то, чуть-чуть все. Так, где тарелки? Тарелок здесь нет. Тарелки здесь маленькие. Мне нужны обыкновенные тарелки, крупные. Где их взять? Столовка. Обыкновенная столовка. Ну какой нахер это ресторан? Обыкновенная столовка. Там чайный стол, народу много. Это, конечно же, утомляет. Здесь какие-то соусы, кисло-сладкий, кисломолочный, соус из моркови. Идите в пизду, блядь, со своими соусами. Я пошла быстренько накладывать еду. Хорошо, что у меня была возможность пробежаться, все посмотреть, что где. Больших тарелок нет, все разобрали. Может быть, уже я положу в две маленькие, а то и в три маленькие. Ой, не переживайте, я мимо носа не пронесу. Все, что положено, я съем. Все то, что планировала, взяла. Палтус запеченный на гриле. Какая-то фигня. А кто же рыба? Это две котлетки. Это ягненок. Ягненок, в общем. Это мне кажется. И это, возможно, не знаю, Леночка. Это, короче, две турецкие сладости. Это торт. Это я ей велела, говорю, Оксана, иди бери срочно. Это торт с бананом. Это торт, ну, тот похожий на Рафаэлло, но не Рафаэлло.
Оксана Сергеевна у нас не обжора. Ваня только сладкая с чаем. А мама Лена тоже какой-то десерт и чай. Инна, да, вкусняшка. Это желе. Приятного аппетита. Мы такое не шибко любим. Я вот это вот все съем. И вот это вот все съем. А вы за меня не переживайте. Я все съем. Мимо не пронесу. Да, в меня только лезет. Куда? Ну, я не знаю. Инна говорит, куда в меня столько лезет? Нет. А я вот, блядь, а что ты не сказала, когда ты звонила? Порой. Не знаю. Наверное, тайна такая. А я, знаете, думала, что это я не с ним разговаривала. У этого не было акцента, у того был акцент. Я тоже хочу такой. Девочки, вот эта вот котлета очень-очень хороша. Очень хороша. В меру специй. Котлетой довольна. Пробуем рыбу. Палтус на гриле, это вкусно вам кажется? Это, да, я даже не чувствую вообще, что я ем. Ощущение, что воздух. Палтус, он такой, он как воздух. Но вот этот кусочек, он наиболее чувствительный. Тот я даже не почувствовала. Ну, неплохой. Неплохое. Приятно аппетита. Еще вот ягненок у меня. Вот это вот рыбка. И какой-то куриный рулет. Ну и сладости. Да не буду я ни с каким кофе. Лена, чай. Я пойду вина себе возьму. Ну я что, сумасшедшая, что ли? Я сюда что приехала? Вино пить? Ну или что я сюда приехала? Да, вот я сюда что, чай приехала пить. Сюда приехала пить вино. И не выразилась неправильно. Ягненка сейчас буду пробовать. Что я хочу сказать? Ягненок просто божественный. Просто. Роскошный. Ни с какой рыбой не сравнишь. Ванечка, спасибо, дорогой. Ваня мне воду подбавил. Ягненок восхитительный. Посмотрите, сколько она от души мяты наложила. Я нечаянно, я хотела один листочек взять, а у меня он сорвался, и получается мята для успокоения, то есть я сейчас буду спокойно. А ты нервничаешь? Нет, я вообще не нервничаю. Ну вот. Люблю чай с мятой. Ванька катается, ржет. А теперь я вообще успокоюсь, что вы меня не узнаете. Зеленый чай, индийский чай, да? А у меня сейчас с водой сладости. А потом у бассейна буду пить шампанское. Все спорола. Все спорола, ничего не на выброс. Этот палтус на гриле есть не буду. Ну, не мое это, не моет, не моя эта рыба. Я не чувствую даже. Я не люблю. Я не люблю. Если красная рыба, то да, это вкусно. Это что такое? Вот это вот. Ну, хрень какая-то. Зачем такую рыбу вообще разводить? Ну, вроде бы и рыба, и вроде бы как. Давай лучше будем вкусно есть. А ну, дайте его попробуем сейчас. Я вот тоже, Лен, думаю, что для кошек. А кошки здесь как у меня? У Оксаны все губы, все зубы в шоколаде. Турецкие сладости. Не каждый день, но можно. Вкусно, да. Я чувствую.
Сашкой? И пусть весь мир подождет. Поем. Потом буду пить шампанское. Короче, это не очень. Я не очень. Вот это вот. Бананы? Мне не, да. Бананы, кокосы, вот это вот. Это, ну, короче. Бананы, кокосы, апельсины. Я пойду, знаете, что возьму? Еще такое. Штучку и штучку. Какие у меня были? Тебе нет, надо? Слышишь, нет. Нет, я возьму то, которое я брала, то, которое я съела. Возьму штучку и штучку, все. Штучка, да. Вот. Вот это возьму, а ту уже съели. Да? Конечно, все, что вкусное, разобрали. Конечно. Народ-то понимает. Народ не обманешь. Вот это все хуйня. Это и выглядит как хуйня, и на вкус как хуйня. Вот это вот может быть. Давайте вот это вот поем. Угу. Один. Ну, давай два возьмем. Может, тресну по швам. Мороженое жизнь съела. Все. Ну, вот это вот, кстати, к сожалению, тортики, это вот прям, ну, увы и ах. Что-то они тут накрутили бананов. Ой, блядь. Лучше бы вы не брались вообще. Это выглядит вкусно, выглядит красиво, на вкус, к сожалению, нет. Вот эти вот два желтеньких, это точно вкусно. А вот эта вот котлетка, ой, малыш, чуть не шиб меня. Вот эта котлетка, не знаю, посмотрим. Потом поделюсь с вами впечатлениями.